Андрей Александрович Егоров, честный человек, очень многих лет был ответственным за математику в журнале «Квант». В общем, действительно, очень хороший человек. Так вот, он любил рассказывать про себя такую историю, что как-то раз он ехал в электричке к товарищам, и они вдруг взяли и от избытка чувств запели. Прямо в электричке, никаких сотовых телефонов, никаких наушников тогда не было, запели. Запели, как им казалось, хорошо пели. А что они пели? Вот, неважно. Важно, что напротив них сидела какая-то старушка. Когда они закончили, она посмотрела на Андрея Александровича и сказала: «Молодой человек», тогда он еще был молодой человек, «у вас нет голос, ни слуха, ни голоса, ни совести». Понятно, да? Нет. Слуха у вас нет, потому что вы не слышите, что вы поете, да, не понимаете. Голоса нет, потому что вы плохо поете, а совести нет, что вы при этом поете при людях. Вот. И вот Егорова, он был вообще хороший, это так, что называется, проняло, что он после этого никогда в жизни при людях не пел. То есть он подумал, что она, так сказать, четко ему дала, да, что... К сожалению, нет. К сожалению, уже нет. Такая грустная история, но не о том я сейчас.